Господин Таранага заявляет, что не стремится к власти в Сёгуне. Он, конечно, лжет, но, как великие лидеры, знает, что приказы не так эффективны, как завоеванное уважение. В десятисерийном сериале на FX Таранага стремится управлять Японией для будущих поколений. Кажется логичным полагать, что Сёгуну дадут второй сезон. Персонаж Таранаги — это Токугава Риас, который доминировал в Японии в 17 веке, как известно любителям истории. Его восхождение к власти начало более 250-летнее царствование, но для этого потребовалась одна из самых кровавых битв — битва при Сикигахаре. Также выясняется, что Токугава был хитрым политиком, чьи ходы обычно изображают в Сёгуне точно так, как это было в истории Японии. Книга 1975 года Джеймса Клавелла, на которой основан Сёгун, имеет определенный конец, к которому сериал FX стремится. В рамках своей азиатской саги писатель написал немало романов после Сёгуна. Однако, ни одна из сказок не имеет одинаковых персонажей. Можно с уверенностью утверждать, что больше серий после финала сериала не будет. Со-создатель Джастин Маркс, который работал над проектом с женой Рэйчел Кондо, говорил журналу The Hollywood Reporter в марте: «Мы довели эту историю до конца книги и поставили точку в конце этого предложения. Мы оба знали, что хотели это сделать, потому что книга заканчивается именно так, и мы оказались именно там, где хотели. Мы восхищены тем, как заканчивается книга. Я был на подобных событиях, где строится завод, но он производит всего 10 машин перед закрытием. Это неприятно». Маркс заявил, что «Сёгун» был снят так давно, из-за задержек в производстве, связанных с ковидом, что мы бы уже знали, планировал ли FX второй сезон шоу. Он пошутил, что они уже бы не были в комнате сценаристов. «Мы бы снимали второй сезон на съемочной площадке.